сейчас надо раскатиться, раскатиться. Бросок! Шайба в воротах! В первую очередь хотел бы всех от хоккеистов шайбы поздравить, наших братьев, хоккеистов на слэш. Они действительно потрясающие. Показали игру на Паралимпийских играх. Болельщикам это надолго запомнить. Ну и, конечно, самим участникам, которые показали потрясающую игру, волевую, боевую, настойчивую, настоящую, показали русский характер. Я думаю, что сегодня и чемпионат страны будет очень интересен, когда вы сегодня будете играть в разных командах друг против друга, но это не снизит накал, а наоборот увеличит накал соревнований. И, конечно, я желаю всем успешных выступлений на чемпионате страны, ну а победить сильнейший, а мы будем наслаждаться вашей игрой. Вы настоящие герои, поздравляю вас. На паралимпийской базе АК в Тульской области будет проходить второй тур чемпионата России по слэш-хоккею. Хочется пожелать спортсменам, хоккеистам, тренерам, ну и всем, кто отвечает за слэш-хоккей, кто занимается подготовкой, тренировкой, вообще проведением этого чемпионата, конечно же, хорошо провести чемпионат, спортивной удачи, конечно же, спортсменам, показать красивую игру на этом чемпионате, такую игру, которую показала наша сборная на Паралимпийских играх в Сочи. А популяризация слэш-хоккея, я думаю, вырастет в несколько раз, потому что я не встречал ни одного человека, который бы смотрел слэш-хоккей и не рассказывал мне потом с эмоциями о том, что это просто фантастика. То есть до этого они даже не предполагали, что такое возможно. И все практически заразились слэш-хоккеем и уже сейчас спрашивают, когда и где будут транслировать, где можно взять записи игр, посмотреть вообще вживую. Жалко, что чемпионат России проходит только в Алексино. Было бы, конечно, хорошо, если бы слэш-хоккей для популяризации проходил в нескольких городах России. Ну, особенно, конечно же, в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, потому что очень много людей сейчас хотят заниматься, и очень много людей хотят популяризации слэш-хоккея в России. Особенно хочу сказать большое спасибо тем людям, которые помогают популярности слэш-хоккея. Это Мегафон, который спонсирует и поддерживает сборную России по слэш-хоккею. А таким людям, меценатам, как Тимченко, который поддерживает одну из московских команд. И вообще, я думаю, что сейчас после Паралимпийских игр появится очень много новых людей, которые будут поддерживать и помогать развитию и процветанию слэш-хоккея у нас в России. Сборная России повела. Свои ворота при игре в меньшинстве отстояли. Хочу пожелать слэш-хоккею удачи, дальнейшего процветания, ну и, конечно же, побед, особенно на международном уровне.